Снова всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая. Думаю, что будет, ну, что интересно, что телефон, в принципе, должен быть симпатичный, что классный дизайн. И в принципе, ну, свеженькое дыхание на теперешний день, я так думаю, что будет интересно. Так, и что писто в трек номер, я надеюсь, все увидели. Что писто, что упаковка испорчена и печать у Укрпочты, что получили в таком виде. Скажем так, что все претензии автоматам, естественно же, не к ним. Вскрываем. Шикарным кинжалом, кстати. Да-да, ребята, телефон от компании, ну что, Укитель, что в любом случае вы, ну, читать будете по видео и по картинке, что в курсе будете. Но, скажем так, ну что, первое впечатление, естественно же, показывается вживую. Что писто, что Укитель есть, что писто К5, что имей и всякая хрень. Чистенько, ну что, в принципе, оказалась и упаковка, что в принципе целой. Так, и что писто, смотрите, К5, экранчик в 5,7 дюйма, 7 Android, что Gravity есть, что приближение есть и света. Сим-карты 2 и, в принципе, все. И что интересно, здесь у нас уже, естественно, ничего не оказалось. Вскрываем сам телефон. Что телефон идет, ну, что, в принципе, из бюджета стоимость покупал за $90. Я считаю, что стоимость терпимая, ну и в перспективе и дизайн, естественно, увидим. Смотрите, в комплекте силиконовый чехол у нас идет. Стандартный, что естественно, скажем так, ну же китайцы, в чем плюс, что засовывают их комплектацию всегда. Что, в принципе, что классно. Так, ребята, что спинка у нас из пластика идет. Каркас, что оказался из металла. Я смотрю, что, смотрите, в 3.5 джек у нас сим-карты вставляются. Типа стереодинамик, что USB и микрофон. Здесь типа две камеры, я так думаю, что, естественно, такая для галочки идет, сканер идет. И крышка у нас, кстати, я вам скажу, что не снимается. Включение и громкости. Так, экранчик у нас длинненький, что в принципе все симпатично смотрится. Камера, идет динамик и датчики. Есть кнопочки, я так думаю, оказались, что в принципе, вот, ну, что кажется, вот, на экране. Естественно же, и с габаритами у меня оказался, ну, с такой же диагональю, но толщина. Ребят, смотрите сами, вживую. Сюда в компактнее все-таки чуть-чуть идет, чем он с толщина. Я надеюсь, что вы увидели. Сюда их спинками покажу. Что видите, ребят. Ну и попытаемся включить его сразу, включится или нет. И пока включается, естественно же, комплектацию. Комплектация, ребят, у нас шикарнейшая инструкция на английском, что в чем плюс, кстати, в сторону, у нас что официальная, что типа гарантия, скрепочка, давайте испытаем ее. Знаете, вот я ненавижу такие упаковки, то мне специально вписали, что в комментариях, чтобы я, ну, к этих ногтям примахивались, то я специально состричь их, кстати. И давайте глянем, что же у нас, какая ситуация с сим-картами будет идти. Я думаю, будет интересно, потому что вдруг уже китайцы наконец-то, ну, что додумались и сделали в толково. Все. Но, естественно же, что нет, оказалось или две симки, или симка и карта памяти есть. Так, что же у нас еще питание. Кстати, что казалось симпатичненько уже, и пишется, что 1,5 ампера идет. Есть и шнур, естественно же, что пишется, что Укитель. Скажем так, сэкономили со шнурком, что по полной. Включаем телефон и, ребят, назад. Извините. Так, угу, что интересно сделано, что видите, есть русский, а украинского я смотрю, что нет. Не понял. Давайте что, включаем русский в такой ситуации. Что впервые с таким стыкаюсь, что вот, что видите, включайте, что я из Украины, например. Вперед, пропустить. Настроить, естественно, как новое устройство. Интернет, я так думаю, пока что упускаем, что включаем, не включать к интернету. Спутники, естественно же, отключаются. Далее ждем, скажем. Знаете, вот я вам скажу, что пока вот мне нравится, что, ну, что тонкие, что оказались рамки. И, в принципе, вот я скажу, что и по бокам классно сделано, и первое впечатление, вот ты не чувствуешь, что в руках, ну, куча дешевка оказалась у тебя. Естественно же, сканер. Раз, и два. Подтверждаем. И давайте попытаемся считать его. Кстати, считывается, в принципе, терпимо, но чуть-чуть
что долговато. Я так думаю, что в перспективе, естественно же, чуть тормозить будет. Окей. Давайте идем дальше. Настроить позже. Разрешаем. Естественно, разрешаем. Снимаем в пленочку сразу. В чем прикол, что в телефоне из коробки включенный Bluetooth. Что видите? Что чувствуется, что китайцы испытывали его. Я смотрю, вот знаете, чуть-чуть шторка все-таки, ну что, изменили ее в картинку. И скажем так, что смотрится все красиво и симпатично. Смотрите, включена подсветка по максимуму. Что, ребят, что экранчик. Не, кстати, знаете, вот я вам скажу, но смотрится все вполне терпимо. И, конечно же, включаем по минимуму его. Ого! Знаете, вот я вам скажу, что в перспективе читать, скажем так, вполне комфортно будет. Если захотели, что включается у нас, что включается автоматическая подсветка. Естественно, есть система из комплектации. У нас есть и читалка со старта идет, и новости. Как обычно, китайцы втыкнули, скажем так, кучу хлама сюда. Если какая-то штука Free Touch, если захотели, используются. И кнопки у нас, ребята, идут, что все-таки на экранные. Что, скажем так... Ну, короче, не сильно терпимо, что оказалось еще, что АПП-лог, что в телефоне есть и диктофон, FM-радио, калькулятор, и все, в принципе, стандартно, естественно. Что включаем установочки. Что же у нас будет здесь? Знаете, вот я вам скажу, но смотрится все симпатично. И первое впечатление, что телефон, я вам скажу, так знаете, ну, что классненький, что действительно все, что вполне терпимо. Естественно же, включаем интернет. Включаем. И ждем, что думает. 2 секунды. Я так думаю, что включится скорость звука, что включилось. Естественно же, включаем сюда YouTube. Та-дам. И что же нам покажет YouTube? Ага. Фигушки, видите, включаем YouTube, что в первый раз, ну это стабильно, но только включаешь к интернету, оно бывает иногда чуть-чуть, что глючит. И видите, включилось диспетчер, что Play Market у нас, естественно же, в такой ситуации оказалось, что включается и что обновляется. Аквариум 4К, нет, я так думаю, лучше в такое видео включить. Стрим. Включили, естественно, рекламу, что в китайце же есть китайцы. Ну, ребят, смотрим, что же у нас картинка и за компанию экранчик. Ага, что видите, в чем прикол, что в телефоне оказался терпимый экран по качеству. Кстати, такой же самый, как и в пятерке. Чисто теоретически должен быть. И, ребят, картинка, опа, включаем и смотрим. Я вам скажу, знаете, что в принципе все симпатично, но вот если честно, что первое впечатление, что света чуть-чуть, вот мне вот лично здесь оказалось, что за мало. Что видите, шторка что включена что по максимуму, все. Но по факту, вот так, знаете, что в камере, то я что думаю, картинка симпатично идет. Но вживую чуть-чуть бы хотелось, чтобы светлее был, вот если честно. Давайте сюда. Что видите, но смотрится все шикарно. Что, ребят, экранчик, я вам скажу, но сказка, что идет, вот именно картинка и тонкие рамки, что изумительно смотрится. И первое впечатление, скажем так, что все супер. Ладно, что извините, чуть-чуть что отклонился от системы. Так, что у нас пишется? Что пишется, ребят, 6737, турбированный, естественно, что два что оперативки, К5, если мой... И впервые я стыкаюсь, вот такая пишется, Комио УИ. Я так понял, что специально от компании, что у Китэл чуть-чуть что изменили всю систему. Всю. Печать специальная, из возможностей неинтересные языки. Что, ого, если захотели, что включаете, впервые стыкаюсь с такой фигней. Но в чем плюс, что есть из упаковки. Ребят, смотрите, сюда есть лишь 360. Я так понял, что от компании используется. Что Google, естественно, защита включается от краш. У нас есть функция. Если захотели, у нас куча таких приколов есть. Аккаунты из безопасности. Сканер. Ну, испытаем его. Давайте что первый раз открываем его. Вверх. Ага. Ну, китайцы, знаете, они же экспериментируют все-таки. Но я вам скажу, что, знаете, вот, ну, что в принципе, что включается, но, естественно же, чуть-чуть с опозданием.
что видите, скажем так, ну, телефон стоимость вполне терпимая, и получается, что из этого чуть-чуть, ну, включается с опозданием. Но что плохо, что сканер вот не используется до конца, чтобы, ну, если захотели что сделать, что в принципе или селфи, или какие-то приколы, что вот не используется. Давайте идем дальше, ребят. Так, естественно же, у нас в комплекте есть DuraSpeed. Если захотели, что включайте эту хрень. Что управление, такая штука включается. Окей. Полноэкранный режим. Скачали какую-то игрушку, что включили, чтобы экран включался, ну, что полностью. Естественно, есть. Пользователи. Упускаем. Память. Что с памяти, ребят, смотрите, какая ситуация у нас. Из 2 гигабайт, что используется, считаю, что 50%. Есть аккумулятор. Если захотели, включайте, что в процентах, что пишется. Вот видите, шторочка вверху. Есть, я надеюсь, вы видели. И, в принципе, что кушает, единственное, что аккумулятор, экран. Сюда есть хранилище. Давайте глянем. Смотрите, из 16 осталась десяточка у нас. Я надеюсь, что вы видели. Естественно же, включаем звук в такой ситуации. У нас есть что и вибрация, аларм, клок, флип муда. Ну, скажем так, что в чем, что плохо, иногда все-таки стыкаемся с английским языком. В меню. Но, что в принципе, это не сильно смертельно. И что плюс, что включается для SIM-1 и SIM-2 отдельные звонки. Вот я вам скажу, ну, тема классная. В перспективе это good. Так. Ну, знаете, скажем так, что громкость тут четверочка идет, но от звучания мне по качеству здесь, вот, если честно, ну, звучение никакое. Да, четверочка, что в принципе, знаете, ну, сюда звучит, но и не сильно громко, и по качеству оказалось не ахти. Захотели, у нас включается усиление динамика и улучшение звука для, ну, если вы включаете еще и уши. Экранчик. Что же у нас с экраном? Если захотели, автоматическая подсветка включается. Если захотели, изменяете чуть-чуть экран цвета сюда. Такое, такое, такое. Ну, что все включается и изменяется в перспективе, если захотели, что изменили все для себя. Естественно, у нас есть open. Ага, что в чем плюс, если захотели, опа, и спрятали в клавиатуру, что китайцы шикарно сделали, 100%, что классно, Activate Pocket Mode, что это за хрень, ну, и включил я, и толку, естественно же, ноль. Но в китайцы, вот есть китайцы, но штука, что спрятать, что в перспективе экранчик, я вам скажу, ну, что классно, и мне все, что классно, ну, что сделано, что извините, я иногда бывает... Заикаюсь, я не могу. Так, если захотели, изменяйте картинку, что в телефоне. Включайте что-нибудь такое симпатичненькое. Вот я... О, супер будет. Что в чем прикол, что у нас есть и групповая сортировка. И есть, если захотели, что включайте, у нас здесь вот такие штучки есть, ребят. Скажем так, ну, в чем плюс, что из менюшка, если захотели, что изменили. В чем плюс, что тонкие рамки, что в телефоне. Так специально я попытаюсь вам включить и показать его ближе. Но вот знаете, в первое впечатление, что телефон, что в принципе все классный. Но вот единственное, что, скажем так, слабенький чуть-чуть. Но здесь оказалось сделана ставка вот на дизайн, экран, именно что симпатичный. Каркас у нас, спинка, естественно же, в перспективе, ну что пальчики все будут у нас идти. Но первое впечатление, что сделано, что все хорошо. Естественно же, включаем камеру, и вот, что же нам скажет камера. Так, у нас есть, если захотели, что вспышечка, что включается функция HDR, фото, видео, красота и размытие есть. Но толку, ну если в телефоне используется, что единственная камера. Я считаю, что смешно. Если захотели, у нас такие штуки и замедленная съемка. Но с таким, ну, с телефоном, знаете, такая функция, я не понимаю, как она вообще включаться и срабатывать будет. Установки у нас включаются. Смотрите, с камеры список Full HD видео, ребят. И снова-таки включилась такая же штука. Давайте глянем, что же, а качество где включается. Вот мне аж интересно. Не включается, ребят. Я думаю, вы увидели. Ну, что, испытаем камеру
По качеству, не, я так думаю, с кинжалом лучше будет, чтобы и буквы, что в перспективе мы увидели, как снимают, что автофокус еще включается, но, естественно же, чуть-чуть с опозданием. Ребят, смотрим сюда. И, ребят, ну и знаете, тут я вам скажу, что в принципе все вполне терпимо. И по качеству, и детализация здесь шикарнейшая идет. Классно. Смотрите, что первое впечатление, что все классно идет. И, конечно же, испытаем, что видео. Давайте. Автофокус у нас автоматом. Да, еще в чем плюс, что автофокус автоматически идет и включается, и срабатывает. Но чуть-чуть, естественно же, долговато. Но вот скажу из плюсов, что включается и срабатывает. Есть? Есть. И смотрим вживую, ребят. Сюда, что писа Full HD видео. Кто помнит, разрешить. Разрешили. Звук. Ну, чуть-чуть, естественно же, долговато. Но вот скажу из плюсов, что включается и срабатывает. Есть? Опа, есть. И включилось. Не, что, в принципе, знаете, вот я вам скажу, ну, первое что впечатление о камере, что сделано все вполне терпимо. Ну, испытаем, естественно же, функцию размытия. Но я так думаю, что толку, что видите, что все включается на системном, естественно же, уровне. И, ну, что камера у нас-то в телефоне единственная, то по факту толку от нее, я сомневаюсь, что будет. Вот я включаю эту фигню, и что мы видим? Сейчас, одну секунду. Что думает, что пытается сделать, чтобы работать. Что, ребят, ну по качеству я скажу, что полное говно. Скажу честно, что извините, но что толку от такой функции? Скажем так, вот если оказалась куча эффективности, ее ноль. И, конечно же, испытаем для селфи камеру. Красота же писала, что да-да, аж 32. Ну, терпимо, что оказалось, что я симпатичный типа. Сюда, если захотели, что включается такая функция у нас есть. Но я включу по фото лучше, что глянем, что у нас здесь есть, что установочки такие-такие. Если захотели, что включается установки, и пишется, что пятерка. Я так думаю, что вы вживую все увидели. О, интересно аж. 18.9. Сюда у нас есть. Ну, ребят, испытаем. И смотрим картинку сюда. Что, ребят, ну, скажем так, знаете, 100%, что здесь что пятеркой и не пахнет, что здесь их оказалось все на все два. Но в принципе для такой камеры, ну, что вполне терпимо, и учитывающей стоимость телефона. По качеству, что у нас есть, 480 пишется. Если захотели, что включаем здесь и изменения, камера. А качество видео где? А фигушки. Что вы видите, вот, китайцы все-таки, скорость в передаче в битах, съемка у больших лиц. И, конечно же, по качеству здесь тишина. Но, так, фото, а видео что у нас изменяется? Фото. Нет, ребята, то, что вы видите, пишется 480. Ну, за компанию включим. Всем привет. Ура, ура, ура. Стоп, сюда. Включаем. Живую. И, конечно же, сюда. Окей. Ну, скажем так, знаете, вот я вам скажу, ну, что если использовать его для скайпа, ну, что, в принципе, вполне терпимо будет, и что по качеству картинка будет идти относительно же терпимо. Что, ребят, за такие деньги у нас есть каркас из металла, стильный дизайн. Кстати, шикарнейший экран, что, типа толковые камеры, ну, я так думаю, что полный хлам, что в конечном итоге, что кажется. А покупать или нет, что в перспективе, что сделаем игровой тест, и впечатление будет отдельное видео. Вот и все. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока.